сегодня на Сигнал Идуна Парк. Именно здесь мы собрались. Боруссия вышла на поле в следующем составе. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на много. Гости. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус. Дауд. Потери и мяч у соперника. Макс Крузе. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка... ...на Сигнал Идуна Парк. Именно здесь мы собрались. Боруссия вышла на поле в следующем составе. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на много. Гости. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус. Дауд. Потери и мяч у соперника. Макс Крузе. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка накажут. На Сигнал Идуна Парк. Именно здесь мы собрались. Боруссия вышла на поле в следующем составе. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на много. Гости. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус. Дауд. Потери и мяч у соперника. Макс Крузе. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка накажут. На Сигнал Идуна Парк. Именно здесь мы собрались. Боруссия вышла на поле в следующем составе. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на много. Гости. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус. Дауд. Потери и мяч у соперника. Макс Крузе. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка накажут. На Сигнал Идуна Парк. Именно здесь мы собрались. Боруссия вышла на поле в следующем составе. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на много. Гости. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус.
Дауд. Потери и мяч у соперника. Макс Крузе. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка накажут. На сигнал Дуна Парк. Именно здесь мы собрались. Боруссия вышла на поле в следующем составе. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое.